Сегодня в Самаре стартовало рейтинговое голосование за благоустройство городских скверов, бульваров и парков. Каждый житель может отдать свой голос за дизайн-проект, который пришелся ему по душе. Общественные пространства, набравшие наибольшее количество баллов, преобразятся до неузнаваемости в 2022 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В список для голосования в Самаре попали 19 территорий. На каждой из них установлены специальные стенды, содержащие информацию о дизайн-проектах по благоустройству, информационных площадках, на которых можно сделать свой выбор, а также QR-коды для перехода на сайты. Принять участие в голосовании может каждый житель, достигший 14 лет. При этом есть несколько способов сделать свой выбор. Процедура максимально простая и не отнимает много времени. Горожане имеют возможность воспользоваться сайтом 63.городсреда.ру и виджетом «Мой выбор, мое будущее» на информационных ресурсах городской и районных администраций. Тем, кто не имеет выхода в интернет, будут помогать волонтеры в торговых и многофункциональных центрах. Кроме того, каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию по голосованию, позвонив по телефону горячей линии, который вы видите на своих экранах. Убедительно прошу всех жителей Самары принять самое активное участие в голосовании. Именно от вашего решения будет зависеть, какие территории будут у нас с вами благоустраиваться в 2022 году и какие результаты мы уже увидим в 2022 году. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды в Самарской области уже благоустроили 6 общественных пространств и более 50 дворов. В 2021 году в Самаре приведут в порядок сквер борцов революции. Также в городе будут обновлять дворы во всех районах. Михаил Ермоленко, Анатолий Головко, Василий Колдашов, Константин Головин. События.